Если вы смотрите это видео... Потом мы уж правдоподобнее манжелья. Спасибо большое за то, что пришли на нашу свадьбу. Veľmi sme sa tešili na vašu spoločnosť a preto sme sa rozhodli vám povedať niečo o tom, ako sme sa stretli. Čo началось давным-давно в далёком финском городе Турку? S Vitalím sme sa stretli 27. augusta 2007 počas úvodného kurzu na našej univerzite OVO Akadémie vo Fínsku. Туда мы приехали на один семестр по обмену, чтобы пройти обучение в заграничном университете. Niektorí ľudia, ktorí s nami absolvovali tento úvodný kurz, sú dneska tu s nami. Že? V tie dni my boli mladými i plnými energií. A krásni. Da, i krasivé. I ja bol vsevo lež tínejdžerom. Že si nemal toľko kotval na hrudi. My s Jarkou naslaždались студенческой жизнью, ходили вместе на вечеринки, на различные концерты и, в принципе, наслаждались обучением в Финляндии. Ну, я сам са учила во Финску. Наш первый билет мы справили на остров Корпо. 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 Tento výlet bol úžasný, počasie nám naozaj vyšlo. Veľmi sme si užívali spoločnosť jeden druhého. Также наслаждались финской клубной жизнью, ходили на странные концерты и потом возвращались домой для того, чтобы насладиться размороженной и замороженной пиццей. Финское едло тотиш что не нич мокс. Также такая frozen pizza целком будни. И мы, конечно, никогда не забудем наше путешествие до Таллина. Данное путешествие закончилось абсолютным провалом, потому что меня в страну не пустили. Когда нас выгнали назад из Эстонии, то мы с Яркой направились снова на пароме и на поезде назад в Турку. Tento výlet нам подтвердил, что си вистачиме сами двоя на то, аби сме боли счастни. Ярка действительно удивила меня, когда приготовила на мой 20-й день рождения самый лучший торт в мире. Po tejto úžasne obrovskej party sme museli spolu prvýkrát upratať. A to sa s nami vlieklo potom ešte veľmi dlho. V konce koncov nám s Jarkou получилось остаться в Финляндии дольше, чем на просто семестр, а на целых два семестра. A obidvaja sme sa ešte zapísali na magisterské štúdium. Многие моменты, которые мы пережили в Финляндии, мы запомним на всю жизнь. Napríklad, ako som donútila Vitalieho, aby študoval vtedy, keď nechcel. Как мы собирали этот долбанный пазл из 2000 кусков. Ako sme sa sťahovali do nového bytu s nákupným košíkom. Как мы ходили на прекрасные прогулки по финской природе. Ako sme spolu varili. Как мы ездили в национальный парк. Ako sme navštívili orchester Hviezdnych vojen. Как мы спасали маленьких кроликов. A nikdy nezabudneme na Ujo veľké ucho. To bol Vitalieho najobľúbenejší kamarát. Как вы вместе катались на ледовых коньках и как ярко в этом преуспевала? Ako sme chodili do sauny a plávali v zime a v lete. Как мы спасали маленького бельчонка. Бельчонка. Ako sme кемповали в студеном почасі. Как мы много раз ездили на пароме в Стокгольм и, естественно, никогда не забудем нашего любимого голодающего лебедя по имени Марвин. Ako sme išli na Оландские острови. И, конечно же, наша дорогая Пунайна лампа, которая всегда будет с нами. А ako sme išli до New Time vždy по práci. После работы? Об этом нужно рассказать чуть-чуть больше. Время нашего проживания в Финляндии нам необходимо было зарабатывать, и поэтому мы работали в страшной компании под названием Sol. Áno, toto bol...
bol asi najhorší zážitok v našom živote. Mne do sich pôr sňaca kašmáre pre tú robotu. Našou úlohou bolo upratať kajuty na výletnej lodi každé ráno a každý večer. Nám необходимо было просыпаться в 6 утра каждое утро, чтобы встать, одеться и в холодную зиму идти волочить свои сонные тела на остановку. А následne upratať loď po opitých пассажирах. Но даже тогда мы не потеряли наш боевой дух и поддерживали друг друга в настроении и согревали друг друга. Иногда даже в буквальном смысле. В году 2009 мы с Виталием пересели на полгода на Словенско. Виталий тогда работал как стажиста в Организации Соединенных Народов. А Ярка работала в агентстве по продаже недвижимости Lexus. В апреле 2011 мы пересели на Словенско, а najprv достал свой диплом с оба академии Виталий, а потом я. Я мам лучше, как ты. Ярка начала работать в антивирусной компании Asset. А Виталий начал студовать и работать на паневропейской высшей школе. Вскоре после того, как Ярка закончила свой стаж в Asset, она начала работать в компании Deloitte. В рамках данной работы Ярка сейчас проводит очень умные информационные аудиты. Vždy, keď máme príležitosť, tak ideme niekde mimo mesta a najradšej chodíme na Jarabu. Ярко научила меня, как кататься на лыжах, и мы провели множество красивых дней в горах. И также один месяц в Италии. Taktiež sme veľmi šťastní, že naše rodiny mali možnosť sa navzájom spoznať a stretnúť. Daže nesmatria na to, že oni živú miliard kilometrov druh od druhého. Teraz si užívame jeden druhého a žijeme spolu v našom malém bytíku. I pytajme sa provadiť jak možno bolšie vremeni v mieste. A toto je príbeh, ako sme sa stretli. Поэтому, дети, если вы будете смотреть это видео через много лет, не задавайте нам глупых вопросов о том, как мы познакомились, потому что теперь вы знаете, как я встретил вашу маму. Všetkým hostom ďakujem a veľmi pekne, že ste prišli a podporili nás tento dôležitý deň. Ну пока, мы поехали!